Так, Darkwood, 9-й день. Так, звук, где-то змеи. Ага. Так, ну что? Надо пробежать сегодня в коттедж, посмотреть, там есть что-то к волку. Нет смысла, Петриоку тоже. Нет, Петриоку тоже не надо, да? Значит, коттедж и вот в Чорч, и, наверное, от коттеджа вниз, и вот так. Посмотрим потом, что так, прям вниз, да, бежим. Коттедж, я так понимаю, я так понял, должна быть вот эта вот статуэтка. Может быть, это не тот дом. Ну, посмотрим, тот или не тот. Давайте скушаем мясцо, которого нет, которое мы все выложили. Блин. Так, пока тоже не надо, наверное. Нет, обыскали. Патрон нету, я так понимаю, от пистолета. Да, придется пользоваться топором. Давайте применим глаз. Так, вот он, коттедж. Угу, правильно, собаки. А тут есть вообще шкаф-то? Здесь, наверное, нет. Шкаф-то и нет. Есть шелф. Но ее не подвинуть, вроде как. Это тоже, я так понимаю, не то. Тоже не подвинуть. Значит, все-таки это не тот дом. Он, наверное, как раз в лесу больше находится. И если это, блин, вообще возможно дом, который без противогазов, в который не попадешь, то есть там еще вариант, придется обратно, то есть бежать. Так, ну давайте, как мы планировали, тут вон, ну, раз, да, но лут не забран, забираем. Так, значит, мы сейчас ровно бежим вниз, давайте перезарядим фонарь. Так, это уже собрано, так, тихо-тихо, ой-ой-ой, у нас и патрон нет. Придется мочить, что делать. Влазь давай. На. На еще раз. И еще раз на. Еще раз на. Как раз ты нам мясо и отдашь. И как раз, наверное, мы его сейчас и съедим. Чтоб против таких, как ты, ребят, можно было быстрее в себя приходить. Так, капкан. Пробуем забрать. Так, вот, что-то есть. Вот, наверное, этот дом. Hunter House. Но, я так понимаю, туда, наверное, не войдешь без противогаза, да? Да. Это музыка какая-то зловещая прям. Кстати, по-моему, то ли собаки будут. Да. Ты, ё-моё. Huge dog. Так, забираем аккуратненько. Я тут первый раз, по-моему. Уничтоженный генератор. Не надо брать деревяшки. Их и так у нас немало. Но, по сути. Так, кто это? Фонарь включить пока. На всякий. Это в доме, блин. Чемпера. Заход, вот, да. Пойди, дверь закрыта. Не знаю, я даже... Нет, открыто. Что-то я как-то... Заходить очкую. Да, и не перелезть, да? Ага, вот он, кстати говоря. Вон они, блин, броид. Я так думаю, он не в одном здесь количестве.
тихо, тихо, пожалуйста. Итак, я очень сильно извиняюсь, но произошел глюк. В итоге него запись, к сожалению, записалась всего на полдня. Вот, ну ничего не попишешь, новый тестируется, новый как бы записывающий, скажем так, софт, поэтому глюки бывают. Вот, ну в принципе все, что я сделал в этот день, я расскажу вкратце в следующем дне, 10-м, поэтому еще раз извиняюсь, но этот день все записался наполовину. Поэтому сейчас вот видео закончится, я вам советую начинать сразу смотреть 10-й день. Так, все, всем спасибо.